И к другим темам. Во вторник, 20 сентября, в Северодвинске раздастся рев сирен. С 11:45 до полудня будут проверять системы оповещения населения. В это время в местах установки систем звукового оповещения включатся сирены, что означает сигнал «Внимание всем». Необходимо включить радио и телевизор, прослушать сообщения по телеканалу «Россия-1» или по «Радио России», после чего можно продолжать заниматься своими делами.